оцените эту серию по 10-бальной шкале. Я, пожалуй, ее оценю 8 баллов из 10. Серия мне понравилась, но она не лучшая из тех предыдущих 13 серий, которые я уже успел посмотреть в этом сезоне. Итак, собственно говоря, поехали. Что там у нас было интересного в 14 серии? Семенов проводит расследование угона грузового автомобиля, перевозившего ценную электронику. Там всякие эти смартфоны, планшеты, ноутбуки, телевизоры. В общем, груз довольно ценный, довольно дорогой. Причем здесь, оказывается, Фома замешан. По крайней мере, это, ну, условно его люди. То есть они брали кредит, собственно говоря, у него. Деньги существенные, и не хотелось бы, чтобы, скажем так, были проблемы у них. Поэтому надо решить. К нему обращается человек от, соответственно, Фомы. И Семенов начинает более активно заниматься этим делом. Хотя, как он сам ему признается, он вторые сутки на ногах, ему тяжело. Как раз таки вот Ежов к нему обратился за помощью после того, как произошел этот угон. Вот. А Фома обратился за помощью к Леснику, который теперь стал ответственным за центральный район. Естественно, от имени Фомы ходил к нему Ежов. По-прежнему Фома где-то скрывается за границей. Вот. Дальше. Архитектор приказывает Шубину попытаться второй раз убить Арсеньева, но план не удается. Все-таки та собака, которую нам показывали, которую Арсений взял, она действительно ему спасла жизнь. Дальше. Харитонов требует вернуть свои деньги, и архитектор заказывает Шубину похищение, вернее, не похищение, а уже непосредственно убийство самого Харитонова. Собственно говоря, видимо, зря он с ними связался. На самом деле, история архитектора становится еще более интересной, еще более непонятной. Почему же так происходит, почему же все-таки Шубин выполняет эти задачи от Харитонова, вернее, от Харитонова, от архитектора. Кто это вообще такой архитектор? Ну, вот тот самый главный там. У них был небольшой диалог, где можно было услышать, что, мол, да, ты не до конца прошел, Володя, свою подготовку, так сказать, по экспресс-курсу, поэтому, наверное, тебе не хватает немножечко знаний, чтобы действовать максимально эффективно, чтобы не допускать таких оплошностей. Собственно говоря, и поэтому пришлось все-таки ему, вот этому архитектору, сказать, что окей, займусь твоим обучением вплотную. Интересно, хотелось бы, чтобы это показали в следующих сериях, надеюсь, покажут. Ну что, ребят, также, ребят, подписывайтесь на все наши другие каналы, другие соцсети, все ссылки, ребят, есть в описании, пожалуйста, подпишитесь. Вот наш телеграм-канал, наш группа ВКонтакте, наш твич-канал, наши другие YouTube-каналы, в общем, заходите, очень-очень жду. Также жду ваше мнение в комментариях насчет данного сериала, пишите.